минуты 10. Двадцать, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Следующая группа приглашается на линию старта. Успешно все совершены были полеты, ни травм, ни столкновений. Это дорогого стоит. Вы сохранили и технику, и все остальное. И адреналин в крови. Приступаем. В открытом кубке ДОСАФ. Можно его сказать, регионального отделения ФАС России города Новосибирска, награждается поощрительным призом Рудский Олег за волю к победе. Самый ценный приз. Поздравляем. В открытом кубке за третье место награждается Тупикин Валентин по классу моделей 5G. Поздравляем. Петриков Анатолий. Серебряный призер. Сегодня он сам. Бердск за первое место, чемпион наших соревнований, награждается Каблашов Николай, классе модели 5G. Успехов. Средину. Новосибирская область, РП Кольцово. Ну, как вам понравилось наше поле и организация соревнований? Ну, весело даже зрителям быть. Смотреть интересно, как попадают потоки или сайса. Александр из Томска. Это поле в Бердске отличное, великолепное. Вот, полетал, можно сказать, удачно. Хотя были проблемы с аппаратурой. Вот, так что считаю, все время потрачено. У вас отличное поле. У меня дома поля вообще нет. У меня осинник и березняк. Я могу летать только там. Ну и все-таки вы долетали до последнего тура? Да, мы долетали до последнего крайнего тура. И даже не последний, я надеюсь, буду. Вот, и самолет целый, все. Задача достигнута. Я 2 года не долетывал. Даже до середины. Под
Соревнования прошли очень хорошо, организация была отличная, хоть погода нормальная, все хорошо.